Городской конкурс по веб-конструированию и дизайну «Веб-мастер» традиционно прошел на базе Брестского центра дополнительного образования детей и молодежи. Инициатива реализовывалась в рамках республиканской программы по организации работы детей и молодежи с интернет-ресурсами. Состязания в этом году имеют существенные отличия по сравнению с предыдущими. Впервые за право считаться знатоком информационных технологий боролись школьники младших классов. Приглашались всегда старшие дети, естественно, старшеклассники. Ну вот мы подумали, что малышам-то тоже надо предоставить какую-то возможность тем, которые это делают хорошо, кому это интересно. К нам сюда в центр приходят разные талантливые дети, показывают разные свои таланты. Мы подумали, что компьютерщики тоже должны иметь такую возможность. И вот мы в этом году добавили номинацию Paint. Состязание проходило в несколько этапов. Желающих принять участие было действительно много. Несколько десятков юных компьютерщиков работали над специальными заданиями, условно разделенными на два тематических блока. У каждого представителя учебного заведения была возможность не только показать свои знания и умения, но и раскрыться как творческая личность, предложив свой проект на заданную тему. Вначале я хотела нарисовать крепость, ну, белорусскую, но почему-то показалось, что это банально, из-за этого решил нарисовать то, ну, чего навряд ли кто-нибудь нарисовал, из-за этого решил нарисовать центр нашего города, то есть центральный универмаг. С каждым годом желающих принять участие в конкурсе становится только больше. А это хороший повод говорить о том, что веб-конструирование и дизайн интересны школьникам разного возраста. Организаторы уже готовят новые состязательные программы, которые в ближайшее время еще не раз соберут в центре компьютерно-интеллектуальную элиту города над Бугом.